Всем здравствуйте, ребята! С вами канал Владелец Аквариума и я, Дима. Сдалека может показаться, что я натыкал кучу-кучу градусников, но это не так. Это заключительная серия короткометражки «Акваскейпер Чайник». Это третья часть. Мой акваскейп развалился, я все переделал, все разобрал. А эти желтые градусники, на первый взгляд, это просто подписанные породы Буцефаландр. Хотя градусник среди них есть. Итак, кто смотрел мои предыдущие видео, я оставлял видео, которое называется «Цвет настроения черный». Вот. Все, что я склеивал небрежно, и поэтому все это развалилось. Да и не очень мне это все нравилось. Вот, поэтому я все разобрал, вот, по максимуму убрал опять же коряшки, оставил лаву сложил всю под задней стенкой, кое-что перемотал на лаву, ну кое-что это именно кусты Silver Powder, остальные остались же на тех же камешках, на которых и были. Вот, на данный момент все это выглядит вот так. И как будет дальше, я даже не знаю. Я понимаю, что для того, чтобы сделать какой-то акваскейп, нужно убрать часть растений, вот, и начать строить все заново. У меня, к сожалению, некуда это все убирать. Распродавать я, конечно же, не хочу, а тем более выкидывать. Ну, вот, поэтому единственное решение это заказать новый аквариум, большего объема, новую тумбу, новый свет, и, соответственно, там попробовать сделать уже акваскейп с буцефаландрами, с камнями, то, что я бы хотел. Вот. Но так как финансово это затратно, поэтому это отлаживается на какой-то неопределенный срок. Вот. По аквариуму. Все вот выглядит так. Ускалистый папоротник вообще вчера хотел выкинуть, ну запихнул его за нагреватель, оставил там. Там же и бальбитис. Ну, потому что девать некуда было, я убрал его с коряги. Сильвер-паудеры. Ну, часть осталась на тех же бочонках. Часть я понамотал на лаву. Распределил его тут сверху. Буцефаландры. Вот три вида брауни я расположил рядышком. Копи Сусу, как самый дорогой экземпляр посреди коллекции. Ну и все остальные вот находятся тут. Пока я их так отметил, чтобы их не перепутать, потому что перепутая будет беда, я их не запомню все. Вот. А, Пенантифида гиграфила вон на коряжке в аквариуме. То есть я ее тоже не выкинул. Вот. Что еще? Вот на этом камне, я не показал в прошлый раз, у меня просто стебли от Буцефаландры Silver Powder, с которой я срезал отростки. Я обчикал корни, ну вот, и поразрезал напополам эти стебли, примотал, посмотрю, дадут ли ростки, прорастет ли или нет. В общем, своеобразный эксперимент. Вот. Ну а так, в принципе, все. Такой вид у аквариума на данный момент. Кстати, буцефаландры вообще принялись как-то так активно цвести. Сейчас сдвину светильник, я покажу. Я показывал в прошлый раз. Вот Silver Powder, это основная часть. Вон сколько бутонов. Видите? Есть те, которые цвели, те, которые будут цвести. В общем, вот так. Ну и вот еще Super Blue Type 2 будет цвести. Скорее всего, цветок будет с розовым оттенком. Если не пропущу этот момент, сделаю фотку. Вот и все по этому аквариуму. Если будут какие-то изменения, а они будут, я сразу же буду делать новое видео. Вот, в любом случае, через неделю,
выложу состояние, что с аквариумом, а возможно раньше что-то я какие-то изменения применю. Всем спасибо, ребята, за ваше внимание. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.